Всем приветики. У меня была такая проблема, что после рендеринга картинка была либо светлее, либо темнее. Это выглядело вот примерно как-то так. Она была либо блеклой становилась, либо вот такой вот цвета такие становились более темные. То есть тут оно красивее выглядит, то есть вот оригинал, а вот уже измененный цвет. И так он выглядит красивее. Но если, например, это черный цвет, например, был бы, здесь были бы какие-то складки, то и это все стало бы черным, и никаких бы узоров, ничего бы не было. То есть оно полностью темнеет. Ну и такое тоже некрасиво. То есть как это выглядит? Вот оригинал. Вот отрендеринг файл. Но если... То есть они не отличаются, если они лежат на ПК. Но если этот отрендеренный файл залить на YouTube, то все изменится. Вот, например, оригинал. Вот оригинал на ПК, вот оригинал залитый. А вот уже отрендеренный файл, и вот мы его залили. Сразу видно, что картинка изменилась. То есть она стала темнее. Но в данном случае это красиво выглядит. Просто... Я выбрал именно такой пример, потому что другого у меня не нашлось. А если бы это был бы темный, то много чего было бы не видно. То есть оно стало бы все черное. То есть если бы что-то было бы сильно темное, другое не очень, оно стало бы все темное и было бы не видно. Чтобы этого не было, мы накладываем эффект. То есть мы идем в Sony и применяем эффект. То есть, например, мы можем либо применить к определенному фрагменту эффект, нажав сюда на FX, либо ко всей дорожке, нажав сюда на FX. И добавляем эффект Levels. Нажимаем «Добавить», выбираем, нажимаем «Добавить», «Окей». И вот открылись его настройки. Здесь мы выбираем предустановку от компьютерных цветов до цветов студийных. И сразу видно, здесь вот цвет поменялся. Вот если отключить, это оригинал, если включить, то вот он, примененный эффект. И после рендеринга вот такая картинка становится такой на ПК. Но при заливании ее на YouTube она становится такой. Ну, то есть, как в оригинале. Вот что оригинал, что примененный эффект Levels. То есть, вот он оригинал. Вот оригинал залитый. То есть, видно, разница стала темнее. А вот с примененным эффектом отрендеренный файл. Ну, блин, я запутался. Вот оригинал. А вот отрендеренный файл залитый. Потемнел, а вот отрендеренный файл с примененным эффектом Levels такой же, как оригинал, вот он. То есть ничем не отличается. Хотя на ПК он стал светлее. То есть оригинал отрендеренный, оригинал лежащий на ПК, отрендеренный лежащий на ПК и отрендеренный с примененным эффектом. Он стал блеклым, лежащий на ПК. Но залитый оригинал вот так выглядит. Отрендеренный без эффекта вот так, а отрендеренный с эффектом вот так. То есть вот оригинал и вот с эффектом. То есть цвет точно такой же, абсолютно. А без эффекта уже меняется. Соглашусь, в данном случае это красиво выглядит. Но очень часто, это именно в этом случае, а очень часто бывает, что это портит, когда все становится темнее или вот так вот светлее, это портит картинку. Поэтому лучше применять эффект Levels и сохранять оригинальные цвета. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.